Сегодня я выиграла тур будущего на высоте 105 сантиметров. Я принесла баллы и команде, и в личный зачет. Сегодняшним днем я довольна. Я сделала все то, что мне сказал тренер. Первым днем я довольна. Во второй день у меня не очень все получилось, а сегодня все так же хорошо, как в первый. Вчерашний день меня мотивировал, чтобы сегодня еще больше постараться. На соревнованиях меня поддерживает моя мама и друзья. Я слишком переживаю, я вообще не смотрю эти соревнования. Потом только трансляцию гляжу. Я не могу, мои нервы не выдерживают. Я выпускаю ее на старт, сама ухожу в конюшню. И там жду только со старта ее. Когда вызывают на старт, я трансляцию гляжу. Я выключаю. И иду за конем уже навстречу. Когда вчера шел конь без нее, было очень страшно, непонятная ситуация. Но, слава богу, все обошлось, все живы, все здоровы. А так я очень слишком переживаю. Сколько у меня знакомых, тоже многие не смотрят на детей. Ну, я не могу ничего с собой поделать. Никак не получать. Ни дома, ни на выезде, тем более, нигде. Ни разу еще не глядела, как она едет. А из Ярославля нам ехать очень далеко. 5-6 часов мы ездим с Ярославля. Сейчас мы стоим в Слободе, стояли. Александровская Слобода. Но вот сегодня уезжаем домой в Ярославль. Коню нужен отдых, и нам тоже. И к школе готовиться надо, и очень много дел. А так с Ярославля очень далеко к нам туда ехать.